Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятова. Здравствуйте и смотрите сегодня. В селе Прогресс появится пристройка к школе. Об этом стало известно во время объезда сел главой Сочи. Буквы закончились. В Краснодарском крае уже в декабре начнут выдавать номера на машины с новым кодом региона. 100 тысяч рублей – столько могут получить сочинские студенты и школьники на реализацию своих бизнес-проектов. В Сочи разыграли кубок «Черного дракона», а за него решили побороться спортсмены не только из Краснодарского края. Новые льготные программы кредитования и обновление банковских продуктов. Какие изменения ждут клиентов Крайинвестбанка после завершения слияния с РНКБ? Этот вопрос обсудил губернатор Краснодарского края на встречу с председателем Совета директоров Российского национального коммерческого банка Михаилом Якуниным. Вениамин Кондратьев заявил, что главное, чтобы банк продолжил активное участие в экономике региона, а реорганизация не сказалась отрицательно на почти полумиллионной клиентской аудитории. Для нас очень важно не то, как будет называться банк, а насколько будет он принимать активное участие в экономической жизни региона, чтобы вот этот курс поддержки и развития краевой экономики был сохранен. Главное, те банковские продукты, которые сегодня есть в вашем банке, они, конечно, должны быть доступны, а главное, в таком же объеме, как и в других конкурирующих банках. У вас 400 тысяч клиентов – это физические лица, и насколько я знаю, около 30% – это бюджетники. И они должны чувствовать, наоборот, уверенность, оставаясь клиентами вашего банка и видеть перспективы, которые может предоставить уже ваш банк, в том числе по сравнению с другими банками. Мы представим полную линейку продуктов. С Нового года мы будем выдавать все карточки полностью бесконтактные. И будет новое приложение, оно будет автоматически обновлено, которое по данным одного из конкурсов вошло в топ-4 по России. Михаил Якунин заявил, что платежные карты МИР станут бесконтактными. Также, по его словам, банк участвует в программе льготной ипотеки для многодетных семей под 6%. Глава региона обратил внимание на льготные займы для аграрного сектора. Малый и средний бизнес для нас – это драйвер экономики. Мы ставим для себя такую задачу. И ВРП края сегодня не занимает 33%. Мы ставим задачу, чтобы они в течение 3 лет до 50% довести эту цифру. Я думаю, что совместно у нас это получится, потому что малый и средний бизнес – это, в первую очередь, жители, люди. И вот акцент, прошу сделать, на более гибкие программы кредитования. Вот они должны быть максимально доступными всем участникам сегодняшнего рынка. Еще раз подчеркиваю, для нас очень важны здесь фермеры, очень важны представители личных подсобных хозяйств, те, которые, конечно, максимально уязвимы сегодня на рынке. И чтобы сделать их устойчивыми в рамках современного рынка, конечно, нужно их поддержать с точки зрения и банковских кредитов, доступных, гарантированных. В первую очередь мы сфокусированы на развитии малого и среднего предпринимательства. И с 1 января у нас будут продукты и льготные программы. Это по Минсельхозу 5%, это по малому бизнесу кредитование, это программа там 8,5-6,5%. И мы надеемся, что с 1 января сможем предоставить финансирование для ательеров. Там, получается, ставки будут, ну как в проекте, до 5%, сумма до 3 миллиардов и срок до 15 лет. Вениамин Кондратьев отметил, что внедрение современных и качественных банковских продуктов будет способствовать социально-экономическому развитию края. Россиян предупредили о рассылке поддельных штрафов от имени инспекции труда. Роструд заявил о мошенниках, которые рассылают поддельные постановления о штрафах от имени трудовых инспекций. Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, сообщает Интерфакс, фальшивые постановления о наказании за якобы допущенные нарушения стали получать российские работодатели. В связи с этим Роструд просит работодателей внимательно проверять реквизиты получателя в постановлениях о штрафах. Деньги должны перечисляться на счет территориального органа федерального казначейства, и получателем платежа не может выступать никакая другая организация. Если у компании возникли сомнения в достоверности постановления о штрафе, можно обратиться в отделение трудовой инспекции в своем регионе.
В Сочи инспекторы ДПС задержали 17-летнего водителя «Газели» без водительских прав. Проверить у него документы полицейские решили во время специального рейда, цель которого – предупреждение нарушений правил дорожного движения подростками. Сотрудники полиции не только составляли административные материалы на нарушителей, но и проводили беседы с родителями. А инспекторы спецроты ДПС остановили 2 17-летних водителей. Один управлял мопедом, второй сидел за рулем «Газели». Ни у того, ни у другого не было водительских прав. Для составления протокола вызвали родителей, а транспорт отправили на спецстоянку. За езду без прав юным водителям грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Но помимо этого штраф выписан и владельцам мопеда и «Газели», тем, кто разрешил подросткам сесть за руль. Здесь сумма больше – 30 тысяч рублей. Еще один материал составлен на 13-летнего пешехода, который, рискуя своей жизнью, перебегал дорогу в неположенном месте. Данные о детях-нарушителях направлены на комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, за перевозку детей без удерживающего устройства на взрослых водителей госавтоинспекции составлен 51 протокол. В селе Прогресс появится пристройка к школе. Об этом стало известно во время объезда сел главой Сочи. В Прогрессе прогресс виден сразу. Есть школа, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение, библиотека и дом культуры. В последние годы число жителей этого и соседних сел выросло, что привело к закономерной проблеме – не хватает мест в учебных классах. Школу номер 57, рассчитанную на 260 учеников, фактически посещает 340. Учатся в две смены, а из-за отсутствия собственного спортзала на уроки физкультуры ходят в соседний дом культуры. Решить обе проблемы – расширение школы и организации спортзала – можно с помощью пристройки. Площадь земельного участка позволяет реализовать такой проект. Мы бы очень хотели, конечно, пристройку, чтобы она была полноценная, чтобы там было хотя бы 6 кабинетов, да, 7 спортивных залов. Нужно оценить территорию, что сюда подходит, и типовые проекты, которые есть на сегодняшний день. Может быть, получится на первом этаже сделать спортивный зал, а на втором уже учебные классы или наоборот. Дом культуры села Прогресс – это центр притяжения местных жителей. Ежегодно здесь проходят более 180 мероприятий, в том числе сельские сходы и праздники. В 2016 году здесь были отремонтированы помещения и фасад. Сегодня требуется привести в порядок протекающую кровлю. Алексей Копайгородский пообещал сотрудникам клуба, что ремонт будет выполнен в ближайшее время, и дети смогут заниматься в кружках в комфортных условиях. В завершении знакомства с селом Прогресс глава города посетил ферму «Экзарх». Она признана лучшим объектом показа на премии «Золотой Прометей-2019». В Краснодарском крае уже в этом году начнут выдавать автомобильные номера 193-го региона. Это связано с тем, что уже израсходованы все буквенные сочетания с кодом 123. Поэтому ГИБДД получила государственные регистрационные знаки с новым кодом региона 193. Их начнут выдавать уже в конце 2019-го, начале 2020 года. В краевом управлении напомнили, что номера выдаются водителям в случайном порядке. По данным государственной статистики, на 1 января в регионе проживало более 5,5 миллионов человек. При этом на Кубани уже выдали более 5 миллионов номеров с местным кодом. Ну и напомню, в середине ноября стало известно, что на госуслугах начнут выдавать красивые автомобильные номера. Сочинские студенты и школьники могут получить по 100 тысяч рублей на реализацию своих бизнес-проектов. В городе стартовал акселератор «Открой свое дело». Цель программы – помочь юным предпринимателям заработать свои первые деньги. Все подробности в нашем сюжете. В зале десятки школьников и студентов. Все они участники акселератора «Открой свое дело». Это программа поддержки стартапов. Ее цель – реально помочь юным предпринимателям открыть свой бизнес, зарегистрировать ИП и начать зарабатывать. Возраст самый подходящий. Мы вот только что вернулись из нашей бизнес-экспедиции, где работали с такой же категорией участников. Это 14-17 лет. Потрясающая бизнес-идея. Ребята на территории всего Краснодарского края. Мы объехали 44 города. Очень много услышали совершенно потрясающих, гениальных идей, которые актуальны для тех населенных пунктов, в которых ребята находятся, живут. И, конечно же, думать о первых шагах в бизнесе очень актуально именно в молодом возрасте, когда еще нет страха совершить какие-то ошибки. Программа «Открой свое дело» реализуется Краевым фондом развития бизнеса и в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства. Поэтому занятия для школьников и студентов абсолютно бесплатны. На первой лекции ребятам рассказали, как сгенерировать бизнес-идею. Предложили и те области, в которых может быть построен бизнес. Например, сельское хозяйство, агро- или экотуризм, путешествия, раздельный сбор мусора. Впрочем, в полете фантазии участников не ограничивали. А некоторые уже приходили с готовой идеей или даже бизнесом.
Я уже занимаюсь производством силиконовых штор на протяжении 2 лет. Это такие завесы, которые вешаются, как правило, в магазины, также в рефрижераторы и в холодильные камеры, чтобы сохранять тепло либо холод. Я пришел сюда, чтобы найти единомышленников, потому что в моем окружении мне никак не везет найти человека, который также был заинтересован бы в создании бизнеса. После лекции юные предприниматели разделились на команды и уже внутри небольших коллективов пытались найти интересную идею для бизнеса. У нас есть идея по разработке приложения для студентов и школьников, чтобы им было легче находить нужную информацию. Мы хотим создать пространство, в котором школьники и студенты могли бы собираться и отдыхать вместе, потому что в Сочи таких мест крайне мало. Поскольку в Сочи большая проблема с общественными туалетами, людям попросту некуда сходить в туалет, мы решили создать бизнес-идею по общественным туалетам в стиле модерн. Занятия в рамках проекта «Открой свое дело» будут проходить до 6 декабря. Их проведут сертифицированные тренеры проекта «Мой бизнес» и действующие предприниматели города Сочи. Когда я начинал в 2012 году, да, то есть у меня за плечами 9 стартапов, да, то есть 9 бизнесов, которые закрылись из-за того, что это все было методом проб и ошибок, да, то есть самостоятельно, без помощи, да, потом уже пришли менторы, то есть... начала налаживаться, да, вся ситуация. То есть здесь есть у ребят возможность получить менторскую поддержку, и я здесь буду трекером, человек, который сопровождает команды. В конце обучения участники программы представят свои бизнес-проекты экспертному совету, в состав которого войдут инвесторы, бизнесмены, представители администрации города и края. Лучшие команды получат реальные деньги по 100 тысяч рублей на развитие своего бизнеса. Будут профинансированы сразу 3 лучших проекта. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. «27 ноября в Сочи дождь. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13. Днем 13-15 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 16. В Красной Поляне 27 ноября также дождь. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9. Днем 10-12 градусов выше нуля». Сочинский художественный музей получил имя. Такое решение вынесла городская топонимическая комиссия. Музею присвоено имя Дмитрия Дмитриевича Жилинского. Потомственный сочинец, народный художник РСФСР, академик Академии художеств, Жилинский приумножал славу города не только как курорта, но и одного из культурных центров страны. Полотна художника находятся в постоянной экспозиции Третьяковской галереи. Ранее его вдова обращалась с просьбой об увековечивании памяти мастера. Вопрос обсуждался депутатами и городскими властями. В итоге было решено дать имя Жилинского художественному музею Сочи. В Зимнем театре начался монтаж необычной выставки. Она называется «Каменные послания великих странников. Алтайские петроглифы». В главном фойе театра можно будет увидеть работы современных художников, авторские ювелирные коллекции, костюмы монгольского художника по текстилю Мансхайола Бацуха в редких уникальных техниках. Материал сам по себе – это войлок, очень древнейший доисторический материал, еще выполненный по технике того времени, без мыла, это... Используем только вода и шерсть. Текстильные картины воссоздают мир, в котором жили древние художники. Это взятое из алтайского петроглифа. Ну, я не перерисовал, просто сюжет я придумал. А вот здесь еще на коляску сделано, вот здесь олень есть, здесь еще волк есть. Такие сюжеты у нас много. Раньше наши шаманы приучили волков держать в коляске. Для выставки были выбраны наиболее яркие образы и целые композиции из 10 крупнейших комплексов монгольского и русского Алтая, в том числе с территории национального парка Таван-Богд, включенного в список культурного наследия ЮНЕСКО. Поскольку эта тема вызывает вообще живой и интерес во всем мире, все, что происходило на Алтае в давние исторические периоды, а это 3-4 века до нашей эры, вот это находит отражение как раз в рамках этой выставки.
Здесь же представлены фотокартины Андрея Клюева. Рядом с выразительными образами петроглифов они позволяют увидеть диалог художников, разделенных тысячелетиями. Выставка уже проходила в Москве в октябре прошлого года под патронажем Российской академии художеств, но с тех пор экспозиция обогатилась работами художников-ювелиров, монгольских мастеров и фотокартинами. Открытие выставки в Зимнем театре состоится 29 ноября в 17 часов. В ее рамках запланирован показ коллекции костюмов, созданных в архаичной технике валяния. В спортшколы Сочи придет брейкинг. Так называется известный ранее брейк-данс. Этому виду спорта планируется обучать в муниципальных спортшколах уже в следующем году. Организацией такого полезного досуга сейчас занимаются представители Краевой Федерации, в состав которой входят наши сочинские спортсмены, призеры чемпионата мира и победители краевых соревнований. Один из последних турниров прошел недавно в Краснодаре. Сочинские брейкеры достойно представили наш город и привезли медали разных достоинств. С ними встретилась наш корреспондент Татьяна Говоркова. Это зрелищное направление появилось в 60-х годах в Нью-Йорке. У самого популярного хип-хоп-танца, или как его еще называют, брейкинга, богатая история развития и совершенствования. Брейк-данс уже включен в Олимпийскую программу игр, которые пройдут в Париже в 2024 году. Кандидатами на участие в таком серьезном мероприятии вполне могут стать эти ребята. Сочинские брейкеры уже участвовали в чемпионате мира и даже юношеской олимпиаде. А количество краевых соревнований за их плечами не сосчитать. Из каждых они привозят награды. Очередные медали разных достоинств собрали на первенстве края по спортивному брейкингу. Было несколько номинаций в нескольких возрастных категориях. 7-10 лет, 11-15, 16-18, девочки и взрослые, и команды, соответственно. Вот. И во многих номинациях удалось взять и первые места, где-то третьи. В номинации 7-10 лет у нас победитель, первое место занял представитель наш Платон Павлиди. А потом 11-15 лет у нас двое человек на пьедестале. Первое место это вот Руслан Громов наш. Молодой, талантливый представитель. Сейчас он, кстати, не может здесь присутствовать, он в Америке сегодня, вчера был чемпионат. Значит, и третье место Авджан Эмиль. Значит, 16-18 лет у нас только третье место у одного парня, Олег Ханимов. И 19 и старше, первое, второе, третье место, как раз-таки вот наши представители. Грин Александр, я, Дмитрий Долгов и Коровин Николай. И также был командный зачет, где мы взяли первое место, тоже вот трое вышеперечисленных, и еще Артем Дьяков, еще один наш представитель. И еще представительница среди девочек, это возрастом 19+, Милентьева Анастасия, тоже она девочка Садлера, наша представительница, поэтому тоже ее можем поздравить. Краевым стартом брейкеры готовились основательно. Тренировки как минимум 4 раза в неделю. Кто-то занимался и каждый день. Вообще в брейке есть много направлений, но на первенстве в Краснодаре можно было показывать все, что умеешь. И победители определяли исключительно по танцевальным возможностям и по возрасту. Мне понравилось участвовать в этих соревнованиях. Противники были не слабые, нормального уже рейтинга. Соперники в моей номинации 11-15 лет очень хорошие. И вот я недавно был на первенстве Краснодарского края и занял третье место там. На следующих краевых заданиях я поставил себе задачу, что я выиграю первое место и поеду на Россию. С краевого первенства по брейкингу сочинцы привезли 9 медалей, половина – золотые. В турнире приняли участие около 20 танцоров, из них почти половина вошли в сборную Краснодарского края. Администрация города оказала все необходимое содействие. Ребята в прошлое воскресенье съездили на краевые соревнования, выступили успешно, собрали почти все первые места. Там, где не первые, то все равно были в призерах. Мы, конечно, их с этим поздравляем. Летом сочинцы создали Федерацию Краснодарского края по брейкингу под эгидой Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. Для того, чтобы организовывать городские турниры, нужна федерация муниципального уровня. Она должна появиться в следующем году. Также в целях развития брейкинга этот вид спорта придет и в городские спортшколы, чтобы в следующих краевых соревнованиях участвовало большее количество спортсменов.
Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи разыграли Кубок Черного Дракона. Так называются ежегодные краевые соревнования по ушу. Турнир открытый, поэтому в нем приняли участие спортсмены не только из Краснодарского края. На Кубок Черного Дракона в Сочи приехали порядка 150 спортсменов. Краевые соревнования открытые, поэтому за их медали боролись ушуисты со всего Южного федерального округа – Волгоградской, Ростовской области, Крыма, Северной Осетии и городов Кубани – Сочи, Краснодара и Новороссийска. Представлены две дисциплины этого вида спорта – таулу, перевод с китайского, перевод как комплекс. То есть это исполнение комплексов технических движений, боевых действий без контакта с оружием, без оружия на ковре. И кунг-фу. Это традиционный вид ушу. Древние стили, древние семейные школы, разнообразные стилевые направления, которые представлены в этом виде спорта. С китайского ушу переводится как «боевое искусство». Ушу послужило основой для целого ряда единоборств в Восточной Азии. А сегодня это уже официально признанный вид спорта. На юге нашей страны ушу с каждым годом становится все популярнее. На Кубке Черного Дракона были представлены различные возрастные категории. Самому младшему участнику краевого турнира 7, старшей 54. Но критерии оценки для всех одинаковы. Судьи оценивают прежде всего, конечно, технически технику выполнения композиции. Но при этом нужно уловить как бы так называемое общее впечатление. То есть помимо всего прочего нужно отследить стиль. В Сочи Кубок Черного Дракона разыгрывают уже третий раз. И с каждым годом соревнования становятся все более популярными. Растет и конкуренция. На Кубок Черного Дракона готовится серьезно, потому что это соревнование вели именно мы, центральный район города Сочи. Сюда съезжается практически все ЮФО, поэтому я готовился к этим соревнованиям серьезно. На самом деле, да, я слегка волновался, понимал то, что на меня сейчас, скорее всего, будет смотреть очень много людей. Мне нужно показать уровень. На турнир в Сочи едут не только за медалями. Открытые соревнования – это и площадка для подготовки спортсменов к более ранговым турнирам, в том числе чемпионату Южного федерального округа, который пройдет в Сочи в конце января. Сейчас идет, в принципе, подготовка к соревновательному периоду, к следующему году. Сюда приехали больше как обкатывать детей, потому что многие дети перешли в другие возрастные категории, вот, и чтобы опыта набирались. Что касается итогов Кубка Черного Дракона, в ходе турнира были разыграны более 150 медалей. Порядка полусотни в копилке сочинских ушуистов. Наши спортсмены завоевали и первое общекомандное место. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Арак Таян, телекомпания ФКТ. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.